Всем здорово, на моем канале сегодня очередная посылочка ко мне пришла. Вскрываем ее. Тут у нас пришел. Так, это выбрасываем. Тут пришел кабель. Паксфол. Колор, шмолор, туда-сюда. В общем, пришел такой кабель. Скрываем его. Так, вскрыли вот такой кабель для айфончика Lightning. Так, вскрываем, все открываем. Вот такой кабель, не знаю сколько он там, метровый, да поболее, наверное. Поболее метра-то, наверное, будет. Ну, хотя, наверное, метровый. Вот, фишка его в чем, у него вот эта вот штучка, она на магните. То есть, не знаю, насколько это, конечно, реализовано. Ну, вот. Ну, допустим, вот у меня айфончик есть. Айфончик вставляем. И все. На магните. Так, пробуем. Пробуем зарядить. Так, вставляем в вилку. И пробуем зарядить. Че? Нихуя. Он хоть горит, он даже не горит что-то. Чего нет, горит, он светится. Но почему-то нихуя мой телефон не заряжается. Может, до конца как-то надо вставить, снять. Ну, допустим, вот. А, так тут одна сторона только. С другой стороны нет контактов. Ну, допустим, вот так. Тогда. Не? А нет, заряжает. Ха, пиздец. Заряжает. Бля, короче, одной стороной только можно. Впиндюрить ему, блядь. Этими контактами, короче, вниз. Контактами вниз сделал. Вставляешь и все. Через чехол попробуем. Будет ли это работать. Можно вот у чехла вот эту хуйню вырезать. Нихуя, да? Разблокируйте iPhone, чтобы использовать аксессуары, да ну нахуй. Ну, короче, заряжает, я не знаю, такой RAX FLEF, короче. Такой кабель, в принципе, блядь, нормально, можно использовать. Так что, ссылку оставлю в описании на данный кабель. Заказывайте, стоит не очень дорого. Ну, а я с вами прощаюсь, до следующих видео.